космический контент для настоящих будущих космонавтов, для заряда сил, энергии, бодрости, витаминами. Вот такие космические коктейли сделали участники лагеря «Веселые каникулы» в Доме культуры имени Ленина в Красноармейске. Так они приготовились отмечать День космонавтики. Сами придумали рецепт. Космическое питание ребятам понравилось. Для ребят в честь праздника подготовили квиз «Космические исследователи». Незнайка пришел к детям, чтобы узнать все про планеты и галактики. Было несколько команд, они отвечали на вопросы викторины. Конечно, это очень важно. С помощью таких мероприятий мы прививаем нашим детям любовь к своей стране, расширяем их кругозор, увеличиваем максимально чувство патриотизма и гордости за наших великих людей и за нашу страну. Какое было увлечение у Юрия Гагарина, как звали первую собаку в космосе и другие вопросы задавали ребятам. В конце они получили развернутые ответы и узнали много нового. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер, новости Большого округа.